Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so, live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. Discovering the secrets of the world is the only way to live. Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики зрители канала, с вами Мегакул. Мы с вами продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider. Мы с вами остановились в лесу, в Сибири. У нас все как обычно печально, но в принципе я ничем ни разу не огорчаюсь, потому что мне безумно весело. В общем-то, я вернулся к лагерю на самом деле, потому что я подумал, что стоит прокачать навыки, которые у меня, оказывается, есть. И сейчас мы этим займемся. Кстати говоря, сейчас я готов с уверенностью уже сказать, что я сделал готовый билд в графоуне для игры. Сейчас все это дело я покажу обязательно. И могу с уверенностью сказать, что лагать уже точно не был дед. Там всего лишь понадобилось поменять одну настройку и драйвера установить. Так, ладно, я думаю, что я не знаю, что я хочу установить, потому что тут как бы такое. При использовании звериного инстинкта. Так, это не то, мне не интересно охотница, больше боеприпасов на телах убитых врагов. Вот это, наверное, я возьму. Как раз враги пошли, да, я, наверное, это и сделаю. Но у меня есть два, поэтому я могу много прокачать. Так, контролирование дыхания. Продлите время плавного прицеливания при усиленном выстреле из лука. Я, наверное, вот это тоже прокачаю, потому что это очень клево. Ну, у меня больше ничего, собственно говоря, и нету. Но зато у меня есть улучшение оружия. Для лука и для ледоруба. Ну, тут только оплетка тетивы. Время удержания. Я, наверное, сделаю. У меня 8 шкуры. Это шкура, я так понимаю. Так, а для ледоруба я могу прокачать заточенное лезвие. Заостренный конец позволяет лезвию глубже проникать в трещины, что уменьшает время взлома. И обернутую шкурой рукоятку легче удерживать двумя руками при нанесении ударов, которые могут повергнуть даже бронированных противников. Но я думаю, что я и то, и другое прокачаю, мне вроде... А, нет, мне не хватит. Ну, ладно, в принципе, я заточенное лезвие взял, мне оно больше как-то по душе. Так, ну, костюмы я менять, естественно, не планирую. Ну, и можно выдвигаться, я думаю. А, кстати, да, финальный билд. Финальный билд вот так вот выглядит. Короче, все на очень высоком, кроме качества текстур. Текстуры просто нереально ускоряет работу игры. Просто нереально, я вам серьезно говорю. Я тестил с нею и без нее, и там разница в 15 FPS, это очень много. Так, я немножко забыл, куда мне идти, да, вон туда. Прямо к медведю. Слушайте, я не хочу к медведю. У меня, конечно, есть, ну, типа, стрелы с ядом, но это такое, типа... Не то, что мне нужно. Так, и подняться, да, вот здесь. А, только знаете, что я забыл? Я тут побегал, ну, короче, пока мимо пробегал, блин, я забыл, надо вернуться будет. Я пока бегал по этому лесу, я искал какие-то еще вещи. Я нашел здесь карту с всякими документами там и так далее. И поэтому сейчас пойдем все это дело собирать. Да, я нашел карту, поэтому я, короче, что-то забыл про это немного.
Поэтому сейчас будем все это читать, смотреть, интересоваться. Не так мобка. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или приставлять кинжал к горлу. Они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Эта Троица определенно не любит пророка. Ну, пророк это, кстати, ну, я не знаю, но как я понял, это типа, ну, Иисус или что это было. Потому что, когда, вот помните, саркофаг, когда она открывала, когда еще катсцена была супер-мега-классная. Там тоже, блин, лежала какая-то типа статуя, ну... Ну, блин, это Иисус был. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое... И вернемся с добычей. Так, еще по пути увидим. Ну, блин, здесь типа есть реликвии всякие, да? Но я не могу туда пройти. Я туда еще, наверное, вернусь, когда у меня будет какое-то определенное... этот, господи, снаряжение. Потому что там, чтобы пройти эту пещеру, нужно как бы сломать там стену деревянную. И если я ее сломаю, то смогу туда пройти. И, соответственно, взять там реликвию и всякие то, что там лежит. Но поскольку у меня сейчас только лук, а с помощью лука этого сделать нельзя, я как бы не могу туда пройти, поэтому собрать там реликвию и там что-то еще. Что там, кстати, еще? Там реликвия и... А, там две реликвии просто лежат, как раз которые мне нужны. То есть, получается, я соберу вот этот несгораемый ящик и документ, да? И, получается, это будет все, что мне нужно на этой локации собрать, кроме вот тех двух как раз-таки реликвий. Но у меня тут медведь скоро сейчас будет. Я думаю, сейчас будет какая-то битва с медведем. Ну, скорее всего. Да-да-да. Черт, он еще тут. Медвежонок. Лучший план. Лучший план. Слушайте, одолейте медведя. Мне нравится. Вам нравится? Я могу на ветке запрыгивать здесь. Ой, ну нахер. Давай. Что не выползает, да? А как мне, почему, прям туда, что ли, идти? Да ты издеваешься, Лара, я не понимаю. Просто нельзя как-то обойти его? Почему именно одолеть его надо? Кстати говоря, сомневаюсь, что я в результате его убью. У меня такое ощущение, что я в результате просто его как бы так и оставлю. Это, кстати, очень даже логично. Так, я надеюсь, я правильно иду, да, я правильно иду. Ну, короче, у меня жопа, наверное. Здесь слишком тесно. Так, что выстрелить, ну да. Лучше выманить его наружу. Издеваешься? Женщина, ты бесишь меня. На, получи. Выиграла время. Бляха-муха. Я не знаю, это очень тупо было это делать. Как уворачиваться нормально, я не понимаю. О! Пошел нахер! Что-то как-то похер ему, да, сейчас стало внезапно, по-моему. Куда бежишь, дядя? Давай делай стрелу, пожалуйста. Так, она давай сделала, да? Он убежал сейчас? Нахера я это делаю, слушайте? И?
Но я должен вернуться, как я понимаю, к нему и типа добить. Я типа она не успокоится, пока не добьет его или что? Я могу просто уйти отсюда? Мимо него пройти, не знаю. Я не могу. Ну что, он идет, нет? Я его усыпил, по-моему. Твою-то мать, а? Чё, реально убил его? Да ладно. Я, кстати, так и не понял, что это. Я подарочные наборы... я собрал 7 штук за то, что, типа, там, предзаказ, видимо, был. И сезон пас. Но... я не знаю, для чего они, я так и не въехал. Мы, кстати, вот эту фигню со Square Enix, там они же сделали какую-то систему, да? Что у них там... что-то типа своей местной системы, в которую, типа, нужно зарегистрироваться. Ну, у меня это было, когда я зашел в игру, типа, введите свою почту, там, введите то. Я такой, чё? Документ. Бегут пересек пределы Империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ Ордена был четким. Преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков Империи, но здесь, вдали от Родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Так, если здесь документ, значит где-то здесь, да, не разрушай несгораемый ящик. Я не знаю, что значит несгораемый ящик, но мне кажется, что я сейчас его просто открою. Что значит несгораемый, понятия реально не имею. Деталь пистолета полуавтомата. Оружейные детали. Взламывайте сейфы, чтобы найти оружейные детали и инструменты для улучшения. Соберите все части оружия, чтобы получить его в базовом лагере. Вот, ну у нас с вами, значит, на этой локации, как я понимаю, остается только две реликвии, которые, за которыми мне придется вернуться, когда я буду уже с оружием хорошим. Ну ладно. А это значит, нас ждет новое приключение, потому что голова, видимо, заканчивается. Ох, это классно. Пройдите по монгольской тропе в поисках следов затерянного города. Ледяная пещера. Отлично просто. Ледяная пещера. Мне кажется, мне вниз, да? А, и она скатывается, как обычно. Давай я на жопу только, молодец. Ну, кстати говоря, спокойно, мне ничего собирать не надо. Или это уже другая, это другая локация? Тут гробница есть, 3 реликвии, 4 документа. Давайте сейчас, знаете, куда вернемся? Вот сюда. Раз уж это другая локация, я сейчас вот сюда вот вернусь, потому что здесь может быть... Ой, что это такое? Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня. Подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Я остановился в деревеньке у озера под названием Светлояр. Наслушавшись речей пророка, ее жители отказали мне в приюте. Пришлось заночевать на берегу озера. Какой-то юнец с иконкой пророка на груди попытался убить меня во сне. Пришлось показать на его примере, что ждет таких нечестивцев. После этого люди стали злобно коситься в мою сторону и плеваться, когда я прохожу мимо. Нужно скорее уходить. Безумие пророка расползается, подобно заразе. Я сейчас... Если вы слышали какие-то... И слышите сейчас какие-то стуки такие, это, короче, у меня... У микрофона одна маленькая деталька, она отходит, короче, меня это немножко напрягает. Я надеюсь, что звук от этого не меняется, и я пытаюсь ее обратно поправить. Кстати, заметьте. А мне вообще в ту сторону, что ли? Подожди тогда. А, нет, стоп. А это я вернусь туда? Или что? Я вот же просто так это не оставлю, правильно? Ну, я так понимаю, сейчас, да, просто вернусь, короче, где я спустился. Не, ну, вроде звук как-то не меняется. Меня это радует.
Да, короче, здесь то же самое. Ладно. А, можно еще выше подняться. Ну-ка, подожди. Ну, то есть это изначально было так, да? Ну, ладно, хорошо. Ладно, понял я. Я все понял. А знаете, сейчас такое, на самом деле, сейчас можно вернуться назад и зацепиться. Мне кажется, в этом плане здесь это очень часто будет, вот. Черт, холодно будет. Вода! Слушайте, я не хочу воду. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Себе не хочешь такие сделать, нет? Полезная вещь, кстати. Так, то есть, две реликвии. Гробница. Понятия не имею пока что за гробница, я и в них еще не ходил. Как карта работает? То есть, получается, вот это была вершина горы. Вот это Сибирь. То есть, Сирия. Не полностью мы ее, да, прошли. И вот здесь вот вершина горы. Кстати говоря, испытаний здесь у нас нету, да? Здесь испытаний у нас нет. Хорошо. Я буду очень часто по этому поводу запариваться, то есть вы не удивляетесь. Для меня какой-то вот такой вот Achieve Unlock это просто что-то невероятное. Жена, она реально ныряет? То есть, офигеть. Это как бы немного тупо. Ну, как бы вообще не тупо, но, блин. Я сейчас настолько холодно должно быть. Мы сейчас, представьте, в Сибири. А, ну да, блин. Как классно обработано. Я не могу, я обожаю эту игру. Вторая реликвия. Реликвия. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Вот так вот. Господи, как же она сейчас просто офигеет. Я вообще не знаю. О, лагерь, классно. Давай грейся, 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 грейся. Просто грейся, пожалуйста. Так, хорошо. У нас есть одно очко навыка, его нужно куда-то потратить, я думаю. У меня три в охотнице, давайте выживание, что ли, сделаем. Так, ускоряет изготовление метательного оружия и боеприпасов на бегу. Чтобы получить больше опыта, вы видите из строя или убиваете врагов самодельными переносными предметами. Делайте бомбы. Легкая походка. Ну, можно вот это вкачать. Хотя понятия не имею, зачем. Дополнительный опыт можно взять. Давайте... А, можно вот это, кстати, взять. Вот мне, я вот это возьму, потому что я иногда забываю лутать врагов. Пытаюсь как-то, понятное дело, этим себя, ну, ограничить. Но, блин, я реально иногда забываю лутать врагов. Так, обернутая рукоятка. Для этого нужна, как я понимаю, вот это и какой-то ремесленный инструмент. Слушайте, здесь настолько это просто сделано. Это очень классно. Так, костюмы, луки... Тут сколько-то луков будет, смотрите. Сколько-то ледорубов получается, да? Я не ошибаюсь? Я реально не ошибаюсь? Офигеть. Вау. Потому что, видите, тут есть, типа, ледоруб, да? И вот топоры и луки. То есть у меня будет, ну, 4 минимум. Классно. Так, рюкзак. Я здесь что-то могу сделать? Экипировка. Колчан. Так, это я не могу сделать. У меня нету там шкур всяких... В плане боеприпасов бесшумные стрелы надо полностью сделать. И вот это сделать. Чтобы на бегу не делать. Окей. Движем дальше. Вот только куда движем? Непонятно пока. Ресурсы всякие. Классно, конечно. Так, я сейчас случайно не выбегу из... Почему-то мне кажется, что я сейчас выбегу, короче, просто из этой пещеры. Что есть еще. Только не воду, там... А, там вода. Вообще, я бы на ее месте в воду не... Знаете, что мне кажется? Мне кажется, здесь что-то есть. Мне показалось. Не, ну, вроде никаких потайных ходов в пещеры я не видел.
Ну ладно, будем думать, что, короче, все в порядке. Что я ничего не пропустил, и что я не идиот, и вот. Стоп, стоп, стоп. Рядом граница испытания. Доп, гробница испытания, найдите вход. Это здесь где-то? Бляха, муха бесит. Вот я не знаю, и вот где мне это искать? Рядом гробница испытаний. Идите вход. Ползать нельзя, нигде нельзя. Здесь как бы вода. Но эта вода, она... Ну, тут нет никаких входов потайных и так далее. Прям под воду тоже, вроде как. Поэтому давай выплывай и... Но оно появилось, как только я зашел вон туда. Поэтому я думаю, что это где-то вот именно в этой локации будет. Да, видите, я вот сюда захожу и, типа, ищите вход. Вот, но это как бы тоже... А, ну вот оно, господи. Что-то я туплю, короче. Мне прям показывает даже, где она. Вот я идиот. Византийская боевая галера? Мне на этом не придется, надеюсь, ползти. Теперь просто представьте, что мне придется сейчас вот по этой фигне лазить. Это просто такое будет разрыв. Так, главное не пропустить там эту гробницу. Это вот, а, ну короче, понятно. Эти гробницы, они вообще, видимо, не прячутся. Ну то есть они прям на виду. Ну ладно, поползли. То есть сейчас, видимо, будет какая-то головоломка, и, наверное, там будет спрятана какая-нибудь реликвия. Так, дополнительная гробница испытаний, ледяной корабль. А, то есть это у нас и есть дополнительное испытание, хорошо. Что-то я не очень хочу сюда лезть, но давай быстрее. Вот вообще не хочу здесь сесть, вот вообще. А. Что это такое? Подожди. Я вижу документ, во-первых. Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну. Грибочки еще можно собрать здесь. Кстати, голос сейчас был очень сильно похож на Дрейка из Uncharted. Не знаю, напомнила. Кстати, у нас же с вами... А когда, кстати, 4-й выходит? Я уже что-то дату-то подзабыл. Он выходит, по-моему, в феврале? А куда, кстати, ползу, вы не знаете? Это мне типа наверх можно запрыгнуть, а мне оно надо? Подожди. Вот, Uncharted мы тоже проходить будем. То есть... Как бы... Я не знаю, что я сейчас сделаю, но я что-то, видимо, опустил. И я понятия не имею, зачем я это сделал. Надо как-то раскалывать лед. Мне что-то подсказывает, что я должен... Короче, я понял, как я это сделаю, но мне надо залезть наверх. Вот, Uncharted тоже будет, по-любому. Uncharted, я очень люблю серию. Вообще шикарная. То есть... А, подожди, я здесь хер залезу. А зачем это нужно тогда? Налево тогда прыгать надо? Не, подожди, налево я упаду и разобьюсь. Какое-то дебильное место, короче, не хочу здесь быть. А, тогда я не знаю... А, знаю. Окей, сюда, вон туда и на эту фигню прыгать. Обожаю Uncharted, я вот вторую и третью перепрошел бы еще раз. Просто запросто. Очень много раз, кстати, перепроходил вообще. Все три. Да, две. Первую не проходил. Ну, первая, блин. Первая мне не досталась, скажем так.
Я очень хотел, но я ее, короче, найти никак не мог в магазине нигде. Ее там просто не было. А когда вышел Drake Collection, да, который типа ремастер всей версии на PS4, мне как-то уже было, знаете, не до этого. Так, крутить левым стиком. А тут есть какое-то ограничение? Есть какое-то ограничение. Ну, то есть... Я думал, что мне вообще как делать, не делать. До конца, не до конца. Ну, как, ну это максимум. И он... Подожди. Почему? Слышь. Давай крути, только до конца, не до конца, я не понимаю. Дальше он не идет, если я сейчас отпущу. Он возвращается. А, мне, видимо, его надо сейчас раскрутить, короче, вернуться, видимо. А, все, а нафига мне? А, понял, 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 понял. Это, короче, тайминговые игры, но это сейчас все будет. Я, конечно, не люблю такое, но сейчас будет. Сейчас сделаю, я понял. Я думал, типа, его надо просто опустить, потом прыгнуть. Но нет, тут надо опустить. И побежала, побежала, Лара, побежала. Оп-о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 п. Прыгай! Ну, мне надо было хотя бы так сделать. Вот, это теперь, да, и теперь я могу... Теперь надо узнать, что там находится. Теперь я могу залезть, куда мне надо. Все схвачено, понимаете? Все нормально. Ну, почти. Так, ну давай, цепляйся. Да. Тихо. Я надеюсь, что я сейчас найду какую-то Да твою мать, я некоторые слова вообще выговорить не могу. Проблема. Проблема, офицер. Ох, твою ж мать, что такое? А, там прям конкретная гробница, вот понял. Это да. Зачем было брать с собой столько добра? Монеты, офигеть, подожди, это золото. Ну, это не золото, видимо, но это какие-то драгоценные вещи, судя по всему. Так, стрелы бери. Так, это спуск. Быстрый спуск на дальнейшее продолжение. Документики. Все кончено. Почему в Сибири греческие документы? Мы здесь погибнем из-за Коральды и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Коральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы, волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Я не понимаю, тут реально документы, блин, греческие документы, получается. Карта Архивариуса. На картах Архивариуса указано местонахождение документов, реликвий и фресок. То есть мне здесь типа покажут, что вот здесь вот типа реликвия. Классно. И, кстати, получается, смотрите, я сейчас пройду здесь гробницу, да? И реликвию возьму, и все, и будет готово. Потому что у нас вот эта локация будет полностью закончена. Я, наверное, когда мне нечего будет делать, повозвращаюсь в разные места. Не уверен, что будет делать это на запись. Но я пособираю. Вряд ли, конечно, на 100% игру пройду, но все же. Это ж классно. Нихера себе. Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Освоен новый навык. Древние навыки. Лара выпускает две стрелы подряд без необходимости доставать их из колчана. Сделайте два выстрела, быстро нажав и опустив правый триггер после того, как выпущена первая стрела. Ну, короче, я понял. Но я так быстро не стреляю. Ну ладно, почему бы и нет? Слушайте, я не против. Почему бы и нет? Типа, ну, может быть, когда-нибудь понадобится. Хотя я не знаю, когда мне может понадобиться. Так, и последняя реликвия в ледяной пещере. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. Что это такое? На портрете стерто лицо.
Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Так крутить его странно, как-то неудобно. Не опять греческий? Почему греческий? Мы же в Сибири, по идее, русский должен быть только. Я документы не все нашел. Где документ последний? Ну, поскольку я взял карту, я так понимаю, что у меня 100% здесь пока сделано. То есть документ я сейчас где-то увижу. Архивариус не все показывает, что ли, или как? Ну да, тут еще локация в любом случае. Вон документ там валяется. Хорошо. Ну блин, знаете, вообще здесь классно. Не знаю, мне вот вся вот эта... Мне вообще всегда вот, эти, вот это нравилось в играх. Вот таких вот типа Лары или там Uncharted до того же. Что здесь вот так вот такие виды как бы можно... Ну, ныряй. Если вот такие вот виды можно вообще лицезреть и... Ну, задыхается, да? Лара? 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 Что-то как-то она очень, очень мало как-то она дышит. Прям мало-мало. Давайте вправо поплывем, не знаю. А, быстрее только. Да, вот прям надо было очень быстро все делать. Там буквально секунды не хватало бы. И последний документ. Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его настигну. Блин, ну вот, знаете... Да, ледяная пещера пройдена на 100%. Я, знаете, я, наверное, буду так сидеть такой, так, 100%, так. В смысле не 100%, и туда, короче. Но пока без оружия. Орден. И мы такие недавно метро проходили. И вот кто знает. Орден, ну, вы поняли. Так, ладно. Ну, кстати говоря, врагов пока нету, меня это очень сильно радует. И, видимо, я очень зря это сказал. Советская база, да, я очень зря это сказал. Видимо, сейчас кроме этого вообще ничего не будет. Отлично. О, это ж этот, Софья. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. София. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу. Сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Да, к костру сядем как раз. Итак... Тут удачное место. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи.
Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Ну что ж, я думаю, что это идеальное место, чтобы закончить. Мы продолжим с вами в следующей серии. А пока что я хочу на этом с вами попрощаться. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. I shall rise up.